привет! С вами Наталья Клокова. Я эксперт в области красоты, здоровья и предпринимательства. Почему я этим занимаюсь? Я бы выделила три причины. Первая – это, конечно, красота как стиль жизни. Я так живу, мне нравится быть красивой. Я слежу за новыми технологиями, и я знаю, как нравится себе, как нравится своему мужу, как нравится другим людям. И мне очень нравится, когда у меня есть деньги. Вторая причина – это то, что я люблю, когда меня окружают здоровые люди. Именно поэтому я не стала врачом, я не пошла в медицинский, а закончила МГУ, биофак МГУ, и я кандидат биологических наук. И третья причина – это большая причина, моя миссия, потому что если я сама похудела на 30 килограмм, я знаю, как решить эту проблему. Если я знаю все о том, как ухаживать за кожей лица, чтобы как можно дольше кожа оставалась молодой и красивой. И я научилась зарабатывать сама, и я могу научить любого человека зарабатывать с нуля. И это моя большая причина, почему я этим занимаюсь. Пока-пока. С вами была Наталья Клокова.